Вот эту шкатулку Валерия Барсова подарила своей подруге, певице Надежде Казанцевой, в 1965 году. Внутри даже осталась надпись. Это последний из экспонатов, который появился в музее Барсовой. Всего же за 28 лет его существования здесь удалось собрать около 2000 разных вещей. 600 вошли в постоянно действующую экспозицию. Это фотографии, личные вещи Барсовой, в том числе ее концертное платье, предметы того времени и, конечно, пластинки с записью уникального голоса советской певицы. Лето – горячая пора для музеев. Посетителей в это время обычно становится больше. В этом году здесь, в музее дачи Барсовой, ждут туристов из Китая. Им будет что посмотреть. Вот мы сейчас ждем китайских гостей, и у нас есть очень интересные материалы о связях Барсовой с китайскими оперными певцами, которых она готовила, когда была профессором Московской консерватории. Также в экспозиции музея есть открытка, подаренная китайскими студентами своему учителю Барсовой. Она получила ее на Новый год и записную книжку в китайском стиле. Туда Барсова записывала тексты песен, которые исполняла. А 13 июня в музее большой день. Это день рождения Барсовой. На сучинской даче советской певицы состоится музыкальный вечер. В программе песни Барсовой в исполнении солисток сучинской филармонии и показ фильма «Вилла Валерия». Начало в 16 часов.